готовьтесь поздравлять и обнимать, и целовать, и на подарки не скупитесь. От всей души повеселитесь. Сегодня, а какое же сегодня число? Ну, скажите, дамы и господа. 21-е. Отлично, 21-е и 21-е школе мы сегодня присутствуем. Сегодня 21-го числа мы собрались в 21-й школе, в 6-м Б-классе, для того, чтобы отметить день рождения наших замечательных именинников. Сегодня вам на день рождения мы будем дарить каждому персональную капусту. Как это делать? Сейчас я называю имя именинниц, ваше имя, дорогая. Светлана! А теперь, дорогие друзья, капуста в честь дня рождения Светы. А ну-ка быстренько обнимаем ее и целуем. И смотрим, кто это делает больше, Светина капуста! Я не настаиваю! Теперь считаю, до трех разбежались, кто не разбежался, бабушка глупая. Вторая именинница. Даша, аплодисменты и капуста для Даши! Капуста, потому что Настя сама худенькая. Смотрите, не превратите ее в яичницу, в шмянку. Отправлять в магазин за памперсами и в детский сад. Поскольку не уметь обниматься можно только в ясельной группе детского сада. Следующая именинница с именем Катя. Екатерина Капуста. Тимофею, конечно, чтобы он был здоров, капуста нужна самая крепкая и самая большая. Обнимаем! Замечательной дружбы. 5 лет и 2 месяца настоящих преданных верных друзей. За 5 лет и 2 месяца учебы английского языка. Пятерки, может быть, даже троек. Это люди, ставшие настоящие легенды. А потому я сегодня предлагаю устроить мероприятие под названием «Легенда номер 17». Нечему нам пить, покушать.
национальный фейерверк, и первая легенда нам нужна. А, мадам, скажите быстренько мне, что нужно для того, чтобы у нас был фейерверк? Ответы по вытянутой руке. Ну, та, которая пуляет, пуляет, пуляет. Ну что, встречаем пушка. Внимание, как только я говорю пушка, ты взрываешься вот так. Папа! Папа! Приготовились, пушка! Папа! Пушка! Папа! Папа! Встречаем коробок! Аплодисменты! Что делать? Здесь коробок! Ну и конечно, что делать? Коробок нам нужна что? Спичка! Спичка! Спичку! Ну и самый красивый, как ты говоришь, это? Внимание! Огонь встречаем! Внимание, приготовились. Отойди от коробка, а то набросится. Отойди от меня. Приготовились. Фейерверк. Ты чего прыгаешь? Ну, значит, да. Нет, этого недостаточно. Нам нужна еще одна. Перед самого начала. Одна коробочек, спичка. Ты такая вся зажигательная. Побежала. И взрывайтесь как следует. Бабах-бабах. Приготовились. А я клею. Много маленьких. Ладно, тогда семечки подарю. Желаю всем удачи, веселья, здоровья. Короче, я вам тоже желаю всего самого наилучшего. Больше, чтобы много денег было. Удачи, здоровья, всего самого хорошего. Самое главное здоровье, счастье, благополучие в семье. Погнали! Анна, и до кого дотронулся. Быстренько подбегаем скорее! Это будет самая яркая команда. Поехали! Хотя и не дружнее. Поэтому в первый раз его. Так это же круто, а вас мало, но вы в тельняшках, вы же звезды. Внимание, вы были первый раз во. Второй раз вы. Во. Вы его. Поглядим, кто кого. Давайте сожмемся.
сейчас. Вот счет вообще, он сейчас на данный момент равный. И я не могу определить, кто лучше. Вы все молодцы. Дружба. Давайте так, нет, только дружба. У нас должен быть победитель, у нас должна быть легенда, а потому, давайте так, чья команда сейчас расколбасится лучше всего, ну, это Именинники 6 Б класса, желаем вам всего самого лучшего и желаем, чтобы у вас все было good. Именинники 21 школы, поздравляю вас с днем именинников, желаю счастья, добра, благополучия, здоровья и всего самого наилучшего. Давайте, можно мне голосом? Можно мы с Эмилией? Давай, солнышко, Эмилия! Нет, я прийдет. Чё ты делал-то? Понятно изобразить, чтобы та команда поняла. Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз и Снегурочка. Кошки и собака, определяйтесь. Отгадали по победному очку счет 2-1, пока они ведут вашу пару. Нет? Да. Да, красавица, чудо, очень молодцы. И вновь они получают победное очко. Видите, как быстро? Да нет,
вы, конечно, были молодцы, но сейчас круче они, конечно, в любом случае, но не всегда, скажем так. А ты до меня за кем-нибудь ухаживал? Да, за коровами и поросятами. Аня, какие-то цветы любишь? Розы. Белые или красные? Красные. Какой ты торт любишь? Шоколадный или со взбитыми сливками? Шоколадный. А ты что, к моему дню рождения готовишься? Да нет, открытку выбираю. Ну что, ты придумал, что дальше на день рождения будем готовить? А может быть айпад? А может быть айфон? Ну чё, так чё, решили? Не знаю. Ну может быть это-таки айфон? Даш, ну мы тут без себя уже разберёмся. Пусть жизнь наполняется яркими красками. Желаю черпать в ней одно вдохновение. Мгновения будут только прекрасными. Желаю успеха, здоровья, веселья. С днем рождения поздравляю от души всего. Желаю счастья, радости, добра, чувства юмора всегда. Желаю всем девочкам удачи в новом учебном году, в учебном году и счастья, чтобы не было плохих оценок. Внимание, вы сейчас отправляетесь. И в данном кабинете находите все предметы, которые начинаются на буковке С, потому что с днем рождения. Так как у нас третий команды нет, значит, пожалуйста, буковка С. Ваша будет Д. Все предметы, которые начинаются на Д. И... Это значит Сёма. Два. Это значит Samsung. Три. Это значит стекло. Четыре, молодцы. Это значит эти сандали. Пять. Это значит стена. Шесть. Это значит это тоже типа сандали. Сейчас я найду. Сапоги. О, это стул. Семь. Это стол. Восемь. Свет 9. А, да, свет. Блин, свет, а сколько их забыли? Все. Все, 9, молодцы, вообще умеет.
Один, Даня. Первая Даня, потом доска. Два. Дверь. Три. Дом. Четыре. ДЗ. Пять. Даша. Шесть. Детка. Семь. С днем знаний. Восемь. Динамики. Девять. Дерево. Десять. Вот и двор. Вы выиграли! Вредные мысли о ней, у меня ноги трясутся, волосы стают дыбом. И кто она такая? Контрольная! Тимофей, что ты мне подаришь на день рождения? Я бы хотела, чтобы, когда ты мне подарил это, я бы могла сказать: «Вау, Лексус!» Саша, посоветуй, пожалуйста, что Даше на день рождения подарить. А не проще ли у нее-то спросить? Ну, у меня таких денег, Саша, нет. Пускай заветные мечты твои всегда сбываются. Лишь только счастьем и добром твой дом пусть наполняется. С днем рождения, удачи в каждом деле, вдохновение в душе, здоровье в теле. Пусть сбываются заветные желания, четко без задержек опозданием. С днем рождения, жизни яркой, полной радостных сюрпризов. Будет лишним лучшим из подарков, пусть любовь родных и близких. С днем рождения, удачи, а еще добра в придачу, чтобы в гору шли дела и цвела твоя душа. Внимание, мы проверяем вашу деловую хватку. Раз отожмется, поехали. Молодец, вперед! Девять! Девять!
счастья тебе. Желаю всем успехов вообще во всем, что были самыми хорошими, крутыми. В общем, все хорошими в общем. Я к тебе из сказки пришла. Из какой? Из доброй. Что, выгнали? Маша, ты «Сумерки» смотрела? Нет. А «Дом-2» знаешь? Нет. Маша, выходи за меня сам. Ребята, поздравляю вас всех с днем рождения. Я хочу, чтобы мы с вами были очень дружными и чтобы всегда слушали друг друга и принимали чужое мнение. Я желаю вам, чтобы никто не болел из вас, чтобы у всех было все хорошо и чтобы все учились на пятерке. Мы поздравляем вас с днем рождения, желаем вам много-много подарков, всегда прекрасного настроения и всего-всего самого наилучшего. Yeah.
Вообще, такое ощущение, что в них положили кирпичи. Девочки, следующий конкурс силовой. Взяли! Обычно хочет поздравить наших именинников с днем рождения, а? Я! О, опять ты, да боже, у меня галлюцинации! Давай! С днем рождения поздравляю! Счастья и радости желаю, чтобы сбывались все мечты, а также счастья и любви.
часа ночи, надо звонить. Я задала тебе ровно. Здравствуйте, а вы чем сейчас занимаетесь? Сплю. А вот я уроки делаю. Никита, ты зачем на тетрадку фотографию Саши Попова наклеил? Лизавета Владимировна, так вы постоянно смотрите, какой дурак за меня домашнее задание делает. Уважаемые родители, пожалуйста, подстригите своего сына. Очень хочется посмотреть ему в глаза. Ну что, Тимофей, опять двойка? Да, скорее бы на пенсию. Вика, а чего тебя вчера на уроках в школе не было? А я в опере была. Ну и как тебе опера? Отличный браузер. Больше солнечных дней, больше ясной погоды, верных рядом друзей, море счастья в семье. Пусть проходят обиды, пусть не тронут невзгоды, пусть живется легко, словно в сказочном сне. Ваши пожелания будут искренними, а глаза светятся счастьем. Все, с днем рождения! Поехали, кончилось! 3, 2, 1, ручки закрыли, поехали! Ну что, что-то что на день рождения будем готовить? Ты придумал?